5 наград. Золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые медали завоевали димитровградские кикбоксеры на первенстве и чемпионате Приволжского федерального округа. 20-летний Рахимжон Ташбалтаев на соревнованиях в Тольятти был удостоен награды высшей пробы. В финале мне встретился с соперником с Ульяновска, с которым уже на области судьи решили, что он выиграл. Но на ПФО как бы доказал свою победу и одержал победу. Победа дает право Рахимжону Ташбалтаеву побороться за награду уже на чемпионате России. Трое наших спортсменов завоевали путевки на участие в чемпионате России, который будет проходить в городе Ульяновске. Вот это была самая главная цель на данный момент, чтобы отобраться на чемпионат России. На чемпионате России будут участвовать Алексей Львов, Илья Гудков, а также руководитель городской федерации кикбоксинга, многократный чемпион мира Алексей Трифонов. Юлия Лаптева, Анжелика Барвинок. Наше время.